каждой профессии свои порядки. Наше дело – поработал, поел, поспал. Коллеги понимают друг друга без слов. Давай, Вань, сюда и вот так. Бывает праздник, бывает место подвигу, а бывает, что и в глаз дашь. А еще бывают трудности. Знаешь что, милый мой, груз – это тебе не невеста, его не выбирают. Погони. Перестрелки. Они нас убьют. Но самое сложное, когда ты работаешь в паре с отцом. Пап, ну что ты меня учишь, ну? Я не первый раз за рулем грузового автомобиля. Отец ведь он плохого не посоветует. Федор, у него твои гены. ЛКВшники. Как ты меня назвал? То есть «Дальнобойщики 3». 10 лет спустя. Премьера. Скоро на ТВ Рус. Ни гвоздя вам и ни жезла. Счастливого пути. Давай-ка, брат, пристегнемся. На всякий случай.